Всем привет, мои хорошие! Я приехала к дочке, на улице такой ветер, холодно, но я, правда, оделась хорошо. Сейчас зайду в большое зеркало, вам покажу, как я оделась. Девочки, мой прикид. Это мурлыська маленькая. Мурлыська. Мурлыська. Денечка сейчас спит. Девочки мои хорошие, я у дочки. Дочка проснулась, попила кофе, позавтракали они. И они с Денечкой умотали на их занятия, на какие-то там развлекашки. Или как они называются? Развивашки. Вот. Ну, а мне задание какое? Вернее, не задание. В общем, я у дочки спросила, что приготовить. Она говорит, есть у нас кабачки, есть у нас баклажаны, много. И, в общем, я решила сделать икру из кабачков и баклажан. Ну, вы знаете, я это делаю все пополам. Половина этого вместе. Ну, и также болгарский перчик, помидорчик, лучок. И все это дело все тушится, тушится, пока не стушится наконец-то, да? Вот. Еще я сейчас поставлю компотик вариться. И еще подумаю, чтобы такое мясное, может быть, приготовить. Сейчас пороюсь у нее в морозилке, что-нибудь обязательно найду. Но пока сейчас буду резать овощи. Включу телевизор, чтобы мне было не скучно. Ну что, мои хорошие, компотик у меня уже готов. Я его выключаю. Пусть настаивается. И уже я кое-что нарезала на икру. Включаем печечку. Готово. Девочки, очень хорошая вот эта гибкая доска. Дочка набрала их как раз целый набор. И вот эта вот большая для овощей, то, что нужно. Я на икру всегда кабачки, вообще все овощи я нарезаю кубиками. Можно небольшими, мелкими кубиками, можно покрупнее, как вам нравится. Но через мясорубку я никогда это не перемалываю, потому что через мясорубку получается каша и уже не та. Икра получается не та, вот она почему-то на вкус получается какая-то другая. Вот, так что я все это нарезаю. Я вот так вот, мне удобнее полосками, а потом полоски по конце. Ну, кому как удобно, как режет, в принципе. Очень кстати, мы с дочкой вот такие вот лопаточки заказали, фаберлики. Удобно перемешивать. Вот икру, там, капусту, когда я тушу, там, картошку жареную. Очень удобно для перемешивания. И тут силиконовый такой наконечник, она не поцарапает сковороду. Так, ну я немножко обжарила. Чуть-чуть. Теперь добавим туда овощи. Мне определенно нравится кухня дочки моей. Так удобно здесь. Есть где разгуляться. Так, будем резать дальше пока. И убавим сейчас огонь. Так, ну что. У нас тут продолжает тушиться все. Я все уже нарезала. И все это потихоньку выпаривается. Вот, влага выпарится. И уже, в принципе, будет готово. Лавровый листик мы сюда закинем, вкусную соль и перчик. Перчика немножко. Перец по вкусу. И все. Сейчас влага испарится, и тогда я закрою крышечкой. Еще под крышкой она немножко тоже потушится. И будет готово. Ну вот икра, девочки. Была полная сковорода. Видите, ужарилась, сколько осталось. Ну и все, и бедрышки я решила еще пожарить, потушить. Немножко обжарить и потом потушить. И все, у меня уже обед готов. Ой, малышка, спрятала носик. Блин, спрятала. Носик спрятала. Наверное, к похолоданию, да? Прячет носик. Такая смешная. Тысяча там, а не букетик, да? Прям цветы. Да, уже.
А кто у нас тут в гостях? Что, Наташа, Виталик. Вот. Сидим, общаемся. Всем привет! Всем привет! Все, я поеду с ними домой уже. Поснимали Василек, да? Всем доброе утро, мои хорошие девочки. Проснулась я сегодня у себя дома. Я вчера вечером приехала от дочки. И, в общем, хорошо выспалась, проснулась с хорошим настроением. А хорошее настроение – это залог вообще всего хорошего. С утра вам уже смонтировала видео Василек, выложила. Девочки, кто не смотрел Василек, зайдите, посмотрите. Там я заказывала посылочку с подарками для сына, невестки, внучки. В общем, весь заказ, практически весь, кроме одной вещи, которую я себе заказала, весь заказ я заказала для них. Вот. Ну и вот там с примерочкой, посмотрите, там детские вещи хорошие, мужские, ну, в общем, там разные вещи. Вот, снимала я в спартанских условиях, снимала у дочки. И вчера так получилось, что она привезла посылочку, она забирает у меня посылочки. И приехал как раз сын с невесткой, а внучка была в садике. В общем, они там уже примерили, я там сняла, там сборка была мебели, и что там привезли из мебели, это уже у дочки на канале, посмотрите. И там и дрель работает, и кошка мяукает, и Дэня бегает. В общем, спартанские условия. Но сняла. Вот, правда, внучка уже вечером, когда с садика пришла, уже родители ее там одели, сняли на телефон, и мне сбросили видео, я немножечко там поставляла вставочки, посмотрите. В общем, вся семья у меня там поснималась в этом видео. Ну, а сейчас я дома, я проснулась у себя, кайфую, в общем. И что я собираюсь сегодня делать? Вообще, вы знаете, я когда от дочки приезжаю домой, я так расслабляюсь, мне так хорошо становится. Но тут расслабляться рано, потому что завтра у Дэни день рождения. Завтра ему 4 года исполняется. Вот, и я не знаю, там я готовить уже на этот раз ничего не буду, но дочка там, в общем, сильно не собирается отмечать, потому что рабочий день, в общем-то, все на работе. И девочки, ее подружки там со своими детками днем придут, поздравят. Ну, а мы вечерком, наверное, после работы уже, когда сын придет с работы, и я не знаю, может быть, там подтянется там двоюродная сестра, может быть, с моей сестрой. Может быть, нет, но как у них получится. Ну, в общем, я не знаю даже, что там будет и как там будет. Все это будет так спонтанно, ненадолго. Пойдем, поздравим, и все. Особо рассиживаться не будем. Так, легкий, может быть, какой-то там перекус будет. Тортик, наверное, я думаю, должен быть. Ну, в общем, посмотрим, что там будет. Вот, и что еще я собираюсь сегодня снять? Я вас просила в предыдущем влоге написать вопросы для видео «Вопросы-ответы». В общем, вопросов ни у кого нет. Один там вопрос в комментариях, и все. Больше никаких вопросов нету. В Инстаграме еще несколько вопросов тоже задали девочки. Но я на эти вопросы все отвечу. Будет видео просто небольшим, коротеньким. Но на вопросы я отвечу. Ну, очень даже приятно, что, в общем-то, всем все ясно, ни у кого никаких вопросов у меня уже нету. Ко мне, да? Очень хорошо. Ну, а если у кого-то какие-то вопросы есть, все-таки, если вы пропустили это, то, что я там вам говорила, да? Ну, можете опять-таки в комментарии вопросы задавать. Если вопрос короткий, я отвечу в комментариях. А если вопрос нужен развернутый, я его буду отвечать просто в следующих влогах, и все. Вот, ну, а готовить сегодня я не знаю еще толком, что я буду. Но я уже поставила вот на ночь размораживаться половина курочки. Сейчас поставлю варить ее. Сварю, наверное, опять-таки с бульончиком. Я уже думала сделать супчик там с лапшой. Но не хочу я там все-таки в этом бульоне, не хочу я, чтобы там ни картошку, ни лапши, ничего не хочу. Вот просто курочку вареную и бульончик попить. Бульончик попью, курочку вареную поем, как бы на второе, там с салатиком или с овощами просто. И все. Надо же все-таки немножечко, знаете, как бы худеть, потому что я, вот честно говоря, очень стала капризная, наверное. Вот
не могу себе отказать. Если прям что-то я захотела съесть, прям вот беру и ем. Но мотивация слабая. От мотивации очень многое зависит. Когда, знаете, когда девочки молодые, еще им хочется нравиться, фигурка, чтобы была, чтобы одежда там сидела, то это сильная мотивация, когда хочется кому-то нравиться. А когда уже это как бы, знаете, ну, пофигу, да, нравлюсь я, не нравлюсь кому-то. Главное, себе-то я нравлюсь, вот и все. Поэтому тут уже, знаете, похудеть сложновато получается. Ну, вот я еще надежду такую таю, что, может быть, все-таки, когда я пойду заниматься в спортзал, тогда уже мне, ну, больше будет мотивации заставить себя быстрее как бы этот вес снизить. Но сильно я не тороплюсь, пускай он снижается потихонечку. Ну, в общем, посмотрим, как это будет. Я даже загадывать не хочу, потому что когда начинаю что-то загадывать, у меня потом ничего не получается. Поэтому я меньше буду лучше на эту тему говорить. Если будут какие-то результаты, я буду вам об этом сообщать и радоваться. Если не будет результатов, я не буду ничего говорить тогда. Вот. Пока что результатов особо никаких нет. Но я стараюсь, конечно, что-то там есть по возможности такое диетическое. Но бывает, проскакивает не диетическое что-то. Вот так. Ну что, сейчас я пока поставлю курочку варить, но потом вернусь к вам. Так, ну вот курочка у меня уже варится. Решила не добавлять туда ничего. Соль, перец, лавровый лист и все вообще. Ну а на завтрак у меня сегодня... мюсли. Мюсли, кстати, очень быстро заканчиваются. Надо еще купить. Они мне понравились. С молочком вкусненько. Вот такой вот завтрак у меня. Ну что, девочки мои хорошие, я позавтракала. А сейчас я хочу сделать рыбные котлетки по рецепту одной моей подписчицы. Я, честно говоря, таких рыбных котлет даже никогда не пробовала, не слышала, что можно так вообще очень легко и просто сделать. Ну, не знаю, что получится, но будем пробовать, посмотрим. В общем, для рыбных котлет нам потребуется банка консервов. Я буду делать полпорции. На полпорции вот одна банка консервов любых, в натуральном, там, собственном соку или в масле, любые, какие нравятся, там, скумбрия, сельдь. Ну, у меня вот сайра есть. На баночку консервов нужно будет 0,5 стакана овсяных хлопьев. Ну и одна луковица. В общем, небольшую луковичку я сделаю. Можно будет ее просто мелко порезать. Я измельчу, наверное, в блендере. И соль, перец по вкусу. В общем, рецепт такой простой, недорогой. Но мне интересно попробовать все-таки, что это будет на вкус с овсяными хлопьями. Я как-то один раз в гостях была и пробовала с консервов рыбный суп. Ну, в общем-то, такой вот легкий, недурной супчик получился. Можно так, знаете, как диетическое, легкое, быстрое, студенческий супчик, можно сказать, вот такой вот. Можно тоже как-то сделать. Ну, варится он как уха, но только вместо свежей рыбы консервированная рыба, натуральная и все. Так, ну что, давайте откроем баночку. И я баночку эту всю выкладываю сюда, в мисочку. Ну, здесь я смотрю, рыбка не крупная. И я думаю, что здесь позвоночник будет мягкий. Нужно эту рыбку вилочкой размять. Но если там где-то у вас рыба, где скумбрия, например, там позвоночник такой вот крупный, жесткий, то его лучше достать. Остальную рыбу, вот эту вот, нужно всю размять вместе с этим маслом, в котором оно находится, или это в собственном соку. Все это мы сейчас разомнем. И потом туда всыпем овсяночку. Посмотрим, что будет. Надо будет, чтобы оно настоялось 20 минут. Так, ну я размяла вилочкой вот эту всю рыбу. И, в общем-то, хочу сказать, что, наверное, в разных консервах разное количество жидкости. То есть, если там крупные куски, то там может быть больше, наверное, жидкости. А здесь я не вижу, чтобы она у меня как-то вот осталась. Но я всыпаю сюда хлопья. Вот. Ну, и она еще мне написала, что можно добавить немножечко еще растительного масла сюда, для того, чтобы оно постояло, немножко разбухло. Ну, я добавлю. Мне кажется, здесь масла маловато. Чуть-чуть добавлю, вот так вот, немножко. Все, хорошенько перемешаю и оставлю на 20 минут. Ну, посмотрю, как, насколько разбухнут хлопья.
Может быть, они сильно не должны сейчас разбухать. Они уже потом в процессе приготовления, может быть, разбухнут больше. Ну, делаю первый раз. Как получится, так получится. Пусть пока постоит. Так, настаивается. Девочки, ну уже 20 минут прошло. В общем-то, честно говоря, визуально я не вижу, чтобы здесь что-то изменилось, набухло. Но я взяла одну луковицу небольшую, я ее измельчила в измельчителе. Можно мелко нарезать, если у кого нет измельчителя. Так, добавлю немножко соли, совсем чуть-чуть, потому что все-таки рыба-то соленая. Поэтому немножко, потому что, ну, еще не соленая овсянка. Я не знаю, какой на вкус, но пробовать сейчас не хочу. И чуть-чуть добавлю перчика, пусть будет. Все. Если будет немножко недосоленная, ничего страшного, лишь бы не пересоленная. Но я недосоленная нормально ем. Я думаю, что я, наверное, сейчас еще вот это все перемешаю и дам еще постоять, ну, минут 5. И уже буду жарить тогда. В рецепте яйца нет. Не знаю, как оно без яйца, не будет ли оно рассыпаться. Но проверим, это у нас эксперимент. Все, 5 минут и будем готовить. Ну вот, я буду готовить это сейчас на сковороде на мультикухне. Здесь более-менее такой щадящий режимчик. Немножко масла добавим. И сформируем котлетки. Вот такие вот небольшие. В общем, сейчас самое главное, их надо обжарить с двух сторон, а потом еще потушить. Поэтому я не буду до полной готовности готовить. Главное, чтобы они обжарились и сцепились, ну как бы не разваливались. Так, ну котлетки поместились все в сковородочку. И вот они уже поджарились с одной стороны. Их надо перевернуть, но они прям рассыпаются у меня. Мне кажется, может быть, нужно было яйцо туда добавить. Вот они поджарились, но переворачиваю, рассыпаются. Что же делать? Что же делать? Вот берут и рассыпаются. Ой, досада. Ну ладно, посмотрим дальше, что получится. А еще, девочки, в процессе жарки щелкают, но, видимо, это овсянка щелкает. Вообще, мне кажется, овсянку нужно было бы взять либо мелкого помола, но у меня такая вот, какая была, цельная. Или нужно было, может быть, ее измельчить сначала в блендере, а потом ее как муку, типа, всыпать. Может быть, и яйцо добавить. Может быть, были бы они целенькие. Вот, ну ладно, тогда я сильно их зажаривать не буду. Я сейчас просто добавлю водички и закрою крышкой, чтобы они протушились. Ну, поставлю на режим, наверное, тушения или я не знаю чего, чтобы они немножко протушились, пропарились. Посмотрим, что получится. Вообще овсянка должна набухнуть, как она мне написала. Закрою крышкой, пусть парится. Так, прошло, девочки, 5 минут. В общем, оно слегка тушится. Ну, что-то у меня котлеты все поразвалились. И, в общем, получилась какая-то, в общем, масса общая, непонятная. Ну, не знаю, что это. Это уже как бы не котлеты получается, а как какая-то каша рыбная, овсяная. Ну, пусть еще потушится, еще 10 минут. Должны как бы разбухнуть это все. Ну, это можно, наверное, уже все... наверное, перемешать. То есть здесь котлет уже нету. Это получилась общая масса. Вот такая вот у меня общая масса получилась. Котлеты не получились. Ладно, попробуем эту общую массу потом на вкус. Пусть она еще... пусть еще потушится 5 минут, разбухнет эта овсянка. Я попробую, что это на вкус получилось. Так, прошло уже 10 минут от начала тушения. Но оно тушится едва-едва. Но дело в том, что оно должно, в принципе, увеличиться в размерах. Но я как-то особо не наблюдаю, чтобы оно увеличилось в размерах. В общем, не знаю даже, что и делать с этим делом.
Сейчас я попробую, что это получилось. В общем, овсянка еще не готова, она еще жуется. Так что надо, наверное, еще немножко потушить. Наверное, может быть, еще немножко добавлю чуть-чуть водички. Капельку. И потушу еще минут 5. Ну что, девочки, котлетки у меня развалились. В общем, можно сказать, эксперимент не удался. Но я сейчас вот немножечко отложила в тарелочку и дала остыть. Попробую сейчас остывшее на вкус. К моему большому удивлению, это вкусно. Я не ожидала, что сочетание овсянки с рыбой будет так вкусно. Но если бы это было целыми котлетками сделано, было бы намного вкуснее, я бы холодные их ела. Что-то, видимо, в этом рецепте какое-то есть упущение. Но я делала строго по рецепту, который мне дали. Если там не написано яйцо, значит, я яйцо не положила. Опять-таки, овсяные хлопья, они бывают разные. Они продаются разного помола. Вплоть до овсяной муки вообще. То есть было написано, что стакан овсянки. И не написано было овсяных хлопьев. Не написано, какой помол, ничего. Ну, мне так кажется, предполагаю, может быть, все-таки овсянку нужно было бы измельчить, может быть, в измельчителе, так, чтобы она была мелкая, или мелкого помола купить. Может быть, овсяную муку добавить. И я бы положила туда яйцо. Ну, вот на порцию я бы положила хотя бы одно яйцо, чтобы оно все-таки вот эти шарики сформировало. Ну, может быть, еще какой-нибудь нюанс есть, который я не учла. В общем, девочки, кому такой рецепт известен, кто знает, вот какой вот этот рецепт с овсяной, с овсянкой, в общем-то, рыбу, да, напишите в комментариях, что я не учла, что бы вы туда еще положили. Вот, в принципе, на вкус вкусно, неожиданно. Когда оно развалилось, я уже думала, ну все это в ведро. Ну нет, я так думаю, что оно, когда подостынет, это можно будет поесть. Ну, вплоть до бутербродов можно даже вот на тост сделать, хлебушек сухой, это, знаете, такой. Или обжаренный, вот знаете, когда делают обжаренный хлеб, а на него там шпроты вот такой вот ложат с зеленью. Можно даже зеленый лучок так миленько порезать и вот это уже в холодное перемешать. Ну, что-то вот, какой-то такой вкус, в принципе, интересный есть. Вот. Ну, посмотрю, оно остынет, я, может быть, еще это и поем чуть-чуть. Ну, немножко я разочарована, конечно. Не немножко, а прям серьезно разочарована, потому что прям котлетку целичком брать и есть, это совсем другое дело, чем вот это вот как массу, как каша она получится. Вот. Ну, в общем, я выключила. В итоге 15 минут она у меня тушилась. И крышка до сих пор закрыта. Я крышку не открываю. Я уже выключила. И оно пускай еще постоит. Пускай остывает. В холодном виде оно все-таки, мне кажется, вкуснее будет, чем в горячем. Ну вот и все. На этом видео хочу свое закончить. Пишите комментарии, у кого какие подсказки есть. И что вы можете, может быть, какие-то рецептики подкидывайте. Я с удовольствием попробую. Если рецепт такой простой и легкий, почему бы его не сделать, не попробовать? Ну и подписчикам другим тоже будет интересно, может быть, какие-то новые рецепты узнать. Потому что, вы знаете, вот мы хозяйки, мы обычно готовим как бы вот одно и то же, ну большинство так. И я даже помню, что мы с девчатами, вот с соседями раньше любили друг другу ходить в гости и пробовать чье-то чужое приготовление. Вот оно чужое приготовление, кажется, что-то такое новое ешь, да? Даже один и тот же, допустим, одно и то же блюдо, хотя бы тот же самый борщ, все хозяйки по-разному готовят. Поэтому мне будет приятно, и я думаю, другим подписчикам моим тоже будет приятно какой-нибудь новый рецепт узнать из уст в уста, как говорится, и пишите в комментариях свои рецептики. Ну, а на этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока!